Пенсионный фонд России и МФЦ продолжают принимать заявления на получение единовременной выплаты из средств материнского капитала. Напомним, получить 25 тысяч можно с 24 июня этого года. Воспользоваться финансовой поддержкой могут семьи, имеющие остаток средств на сертификате и получившие его до 30 сентября этого года включительно. Прием заявлений осуществляется территориальными органами по 30 ноября текущего года. В связи с сжатыми сроками подачи заявлений на единовременную выплату, согласно закону, заявление можно подать одновременно с заявлением о выдаче государственного сертификата.